Попытка покушения на народного депутата Игоря Мосийчука раскрыта. Об этом сегодня заявил глава СБУ во время визита в Одессу. По словам Василия Грицака, на днях СБУ совместно с прокуратурой задержала одного из организаторов и исполнителей теракта возле телеканала «Эспрессо». Остальные исполнители пока в розыске. Детали расследования обещают обнародовать в ближайшие дни. Напомню, взрывное устройство возле офиса телеканала сработало в октябре прошлого года. Тогда погибли случайный прохожий и охранник Игоря Мосийчука. Сам нардеп и еще три человека получили ранения. Затримана одна особа, двое інших перебувають на іншій території. Ми розуміємо, де вони, скажімо так, але в ході, наприклад, проведених обшуків нами вилучено декілька кілограм тротилу, РПГ-26, гранати, інші речі і документи, які можуть вказувати на причетність цієї особи до скоєння цього злочину.